Сегодня прошла очередная часть встреч с жителями по домам на улице Южная. Вы знаете, очень полезная встреча, на самом деле. Это возможность услышать жителей, так сказать, от первого лица. Они обозначают достаточно острые проблемы, которые их волнуют. Вот особенно там по улице Южной есть проблемные моменты. Их надо брать в работу и стараться как раз в разрезе вот этой программы «Умная коммуникация» решать максимально качественно, максимально открыто. И к людям уже приходить с готовым результатом. Типичные проблемы у всех домов, конечно, существуют. Это парковочное пространство, закрытые дворы, потому что метро рядом. Если Южная 15, Южная 19 – это закрытые дворы, то Южная 9, Южная 11 – это не закрытые шлагбаумом дворы, естественно, не переполненные автомобилями. Все проблемы жителей, которые мы занесли в протоколы, они не останутся без работы, они будут проработаны прям посписочно. Все вопросы, занесенные в протоколы, все пожелания жителей. На какие-то вопросы жителям были даны разъяснения прям сразу же. Вот как обратился житель, там у него санитарное состояние, мы ему порекомендовали обратиться в профильное министерство, в госжилинспекцию и так далее. А какие-то вопросы требуют глобальной проработки. Но все вопросы мы проработаем либо на уровне администрации города, ну, либо в профильных министерствах.